приветствую, дорогие друзья! Американский вулкан Йеллоустоун обязательно предупредит о своем извержении за несколько недель или месяцев до катастрофы разнообразными признаками. За это время можно будет эвакуировать людей из потенциально опасной зоны. Геологическая служба США следит за наличием признаков скорого извержения супервулкана. Стоит отметить, что за всю историю данный вулкан извергался всего три раза, последний из которых был зафиксирован около 640 тысяч лет назад. Профессор Билл Магуайр рассказал о том, какие именно признаки будут указывать на будущую катастрофу. В первую очередь, скорее всего, повысится уровень Земли. Далее могут участиться землетрясения, что будет указывать на движение магмы под поверхностью Земли. Непосредственно перед извержением будет присутствовать постоянная и достаточно сильная вибрация. Многие ученые говорят о том, что сроки извержения вулкана уже прошли достаточно давно, но на самом деле это не так. Извержение якобы происходит каждые 600 тысяч лет, но если посчитать все более подробно и вывести средний показатель, то получается больше 700 тысяч лет, поэтому извержение может случиться только через 70 тысяч лет. Предупредил, что супервулкан может взорваться через 2 недели. 14 дней спустя. Полный облом.